Внимание на экран. А я представляю вам участников поединка. Арсений Углубоец, которому 35 лет. Его рост 185 сантиметров. Официальный вес спортсмена 83 килограмма 900 граммов. Его профессиональный рекорд 14 побед при 3 поражениях. Стиль бойца – бразильское джиу-джитсу. Introducing the fighter in the blue corner. 35 years old, 185 centimeters. The official weight fighter – 83.9 kilos. His professional record is 49. Wins and 3 losses. The style of the fighter is Brazilian Jiu-Jitsu. Представитель Бразилии из города Гояния. The representative of Brazil, the city of Гояния, Julio Cesar dos Santos. Красного угла боец, которому 25 лет. Его рост 181 сантиметр, вес 84 килограмма 300 граммов. Его профессиональный рекорд 6 побед при 1 поражении. Стиль спортсмена – бокс и бразильское джиу-джитсу. Россия! Чеченская республика! Город Грозный! И все болеют за Муслима Хизриева! И рефери вашего поединка Ашот Ашукян. Listen to my commands. Слушаем все команды. Все действия по правилам, все знаете. Check in. Good luck. Удачи обоим по углам. Первый раунд. The first round. Спасибо.
Второй раунд. The second round. Thank you.
Уважаемая публика, к нашим спортивным баталиям в этот интереснейший, захватывающий вечер присоединяется глава Чеченской Республики, герой России Рамзан Ахматович Кадыров. Добрый вечер, глава!
Уважаемая публика, единогласным решением судейской бригады by a unanimous vote of chat, the winner is победитель Муслим Хизриев! Красный угол! Ассаламу алейкум! Рамзан, дэрэйсу, рандуху ауэлату. Энти, иш турнири олчэна, сих-сих шэдэш хадыл, ажинэл пэдэш тунчо дэк холчу, дэрэйсу холчу холчу. Ассаламу алейкум. Thank you, Бекуч. Thank you, Black Zira. Thank you, thank you. I love you. I love you. Ну, я думаю, речь нашего бразильского друга не нуждается в переводе, и так все поняли. Ну что ж.